Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Наконец нам дали хорошую погоду, и мы успели поснимать наших щенков. Сегодня на видео девочки-подросточки. Малышкам 5 месяцев. Есть кому не хватает 5 месяцев. Это вон она, черно-подпалая малыша. А к нам прибежала голубая девочка. Ей уже 6 месяцев. Все малышки очень ласковые, игривые, очень позитивные. Сегодня на видео к нам присоединится папочка всех девчонок. Они очень на него похожи. Он голубо-подпалого окраса и тоже пушистый. А сейчас вон к нам присоединился наш Ромочка, молодой мальчишка. Везде-везде хвостиком бегает. И на видео тоже засветился. Все малышки на видео в ожидании семьи. Вы спросите, почему ж так долго семья не нашлась? Отвечаю. То кто-то был застенчивый в свое время, то у нас начался летний отпуск. Вот таким образом малышки и успели подрасти. На сегодняшний день у них уже детская шерстка пуховая сменяется на гладкую, шелковистую, красивую шерсть. У всех, без исключения, шерсть прекрасного качества. Несмотря на то, что девчоночки голубые. Ну, конечно, кроме одной черно-подпалой. Черных щеночков шерсть всегда прекрасного качества. А вот голубые бывает всякое разное. Так что малышки с хорошей шерстью. Ну и хочется сразу ответить на вопрос, сложно ли ухаживать за длинношерстными чихуахуа. Какое же у них отличие от гладеньких? Я вам хочу сказать, ну и, наверное, повторюсь, что шерсть у них шелковистая. И особого сильного ухода, например, как у шпицев, шерсть не требует. Расчесываем примерно раз в неделю. В основном это хвостики-фонтанчики, как вот у папочки, наверное, видно на видео. Жабо такое красивое на грудке. И так называемая юбочка по всему корпусу. Вот и весь уход. Крайне редко, примерно 4 раза в год, также подравниваем шерсть на лапках. Ну и, конечно же, подушечки. То же самое выстригаем лишнюю шерстку, чтобы нашим собачкам было удобно бегать, прыгать, играть. Наших щеночков подробно можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка, как обычно, размещена под видео. И приятного вам просмотра! О, все в тенек ко мне пришли, да? Че, ошейник не нужен, да, милая? Снимать хочешь? Зайки-мозайки, зайки такие мозайки. Ну, такие зайки-мозайки пришли, да? Вот эти мои зладули. Ой, зладули такие, да?
нам на папу хоть посмотреть. Это ж бегает, бегает, не остановиться же. Ух, пушистики все. Ух, красота. Что это? Места, что ли, не хватило кому-то, а? Вот это да. Царица горы там сидит. Вот и модельки. Да? Кого тебе снимать, да, надо? И такая звездушечка. Это такая девочка. Кто там прячется у меня? Кто там прячется? Кисёлый шводка. Такая сладкая зоя. Это, конечно, сладкий мой хороший, да? Все хорошие, все симпатичные. Интересно, а что там за дама такая уселась? Скажите, пожалуйста. Ой, как же ж хорошо это. Да, скажи, солнышко, какое сегодня нам дали. Они все целуются, стоят, что ли? Вот две сестрички, а? Видео началось, как они целуются. И все, и сейчас, да. Мила, это все хочет ошейник снять. Не, не снимешь? Не снимешь. Никак не снимешь. Ну, здрасте. Загораете? Ох, как они загорают. Ой, ну важная ж невозможно. Ну, просто невозможно, какая важная девушка у нас. Это просто космат какой-то. Милая. Так стоит рук такая. Сколько же вы играть-то можете? Я даже не знаю.